Здравствуйте, с вами снова Елена и Добрые рецепты. Простите за долгое отсутствие, но вот я наконец появилась. И сегодня я предлагаю вам приготовить простую лепешку а-ля фокачча с песто. Такую лепешку можно кушать вместо пиццы, либо в качестве хлеба к супу или какому-нибудь гарниру. Рецепт соуса песто из базилика я уже показывала на своем канале. Ссылочку на этот рецепт оставлю вот здесь в описании видео внизу, посмотрите, пожалуйста. 400 грамм белой пшеничной муки смешиваем со 150 граммами ржаной муки, обдерной. Добавляем приблизительно пол чайной ложки соли и пакетик разрыхлителя теста. Перемешиваем и добавляем воду. Тесто готово. В общей сложности я потратила 1,5 стакана воды. 1 стакан у меня объемом 250 миллилитров. Вот такое получилось тесто. Даем ему отлежаться минут 15-20 под крышкой, чтобы не сохло. Ну вот, тесто отлежалось. Теперь делим его на 4 части. Хотя, знаете, можно даже и на 5, чтобы фокаччи были поменьше и их было удобнее кушать и фотографировать. Одну часть берем, остальные пока откладываем и накрываем, чтобы не сохли. Делаем шарик. Смазываем его маслом обильно со всех сторон. Масло растительное. И раскатываем наше тесто в лепешечку. Лепешку можно сделать потоньше или потолще, по вашему желанию. Мы любим потоньше. Перекладываем лепешку на противень, застеленный пекарской бумагой. Смазываем фокаччу соусом песто тоненьким слоем. Дополнительно, по желанию, можно посыпать фокаччу кунжутом. Теперь выпекаем фокаччу при температуре 250 градусов Цельсия в нижней части духовки 10 минут. Я имею в виду обычную газовую духовку, только с нижним подогревом. Приятного вам аппетита!